Меня зовут Кристина, я мама особенных двойняшек с ДЦП Даши и Ксюши. Детский церебральный паралич у Даши с Ксюшей получился по причине того, что они родились в 28 недель, то есть недоношенные, глубоко недоношенные, и у них еще был общий сосуд во время беременности моей. Даша качала кровь за двоих, за себя и за Ксюшу, и это уже один этот факт способствовал тому, что у нас был высокий риск развития этого заболевания, и, собственно говоря, так и получилось. У них высокая спастика, зажатые ручки, ножки, то есть наши все занятия реабилитационные направлены на то, чтобы снимать вот эту вот спастику, и когда вот удается там какие-то периоды ее снизить, в эти моменты, конечно же, нужно заниматься на то, чтобы развить мышцы, развить координацию тела, и это такой процесс очень трудоемкий и длительные в нашем случае. Даша с Ксюшей, получается, они не умеют самостоятельно себя обслуживать, то есть они не могут сами сидеть, они не могут сами ходить. И получается, что я и вот, ну, мне помогают бабушка и дедушка, мои родители, мы за них как бы как руки и ноги еще одни. Вот. И получается, что у нас весь уход сводится к тому, что нужно помочь им, ну, сделать все, помочь им сделать все. От того, что переодеть, покормить, до того, чтобы посадить и дать игрушки. И в случае, например, с Ксюшей еще, это еще и поиграть с ней, потому что Даша, у нее ручки работают, она может как-то так игрушками манипулировать, а Ксюша, она очень любит играть, очень любит заниматься, вообще благодарный такой вот человек в плане занятий, потому что всегда готова в любом количестве заниматься, но ей нужно ассистировать. Уровень взаимодействие с ребенком и помощь ему, он очень, на самом деле, очень высокий. То есть нужно ассистировать буквально во всем. Мы с девочками очень любим рисовать. Это одно из наших любимых занятий. И начало нашего творчества начиналось с масляной пастели. Мелками мы рисовали. Я их обычно сажу перед собой на полу, потому что они меня не удерживают равновесие. Я там балансирую их телом. Вставляем в руку мелок. Могу предложить выбрать, они мне выбирают. Потом моя рука сверху, и мы так рисуем картины. И в январе у нас была выставка в галерее. Мы нарисовали столько работ, что у нас получилась целая выставка. И галерея Артхаус с нами решила наш проект выставить у себя в галерее как благотворительный проект. Он очень тепло прошел. Мы получили очень много отзывов. У меня книжка есть, специально сделана, печатала. Там такие теплые слова. Там даже если вот какое-то такое миноренько в жизни может наступить, то можно открыть эту книжку, почитать, и там просто какие-то, ну, волшебство. Я думаю, что мы это передали людям, и они нам в отзывах это вернули назад. И летом мы пошли дальше и решили рисовать красками акрилом. Вот сзади представлена работа. Я точно так же вставляю в руки кисточку. Я разработала специальный метод такой с ними рисовать, чтобы это было легче, потому что нужно как бы и дочку держать в руке, там Дашу или Ксюшу, и кисточку им в руки подавать. И получается моя рука сверху, и нужно набирать краски, получается. И у меня много кисточек, и под каждый цвет своя кисточка. Поэтому получается, что мне не нужно каждый раз мыть ее в водичке полностью. Вот. И получается, вот эти вот картины, мы нарисовали серию работ, я назвала ее «Связи между людьми». Потому что вот, ну, как бы вот здесь мы все вот между собой тем или иным способом соприкасаемся, через связи между людьми к нам приходят какие-то хорошие вещи. Ну, бывают, конечно, не очень хорошие вещи. Вот, ну, и мы нарисовали такие красочные работы. Так, Сюшка, давай. Ты же головку. Да, смотри, как мы с тобой рисуем. У нас на самом деле где-то 10 незаконченных работ, которые мы начали рисовать и специально не закончили, чтобы устроить видеосессию. Смотри, как красиво. Давай возьмем голубенький сейчас. Даша, ты тоже хочешь? Даша возмущается, что рисует не с ней. Давай. Давай. Вот так вот держи. Вкладываем. Мелочек, смотри, как ты красиво рисуешь. Давай.
Вот так вот. Как проходит наш день? Мы просыпаемся, если это будний день, и они идут в школу, я встаю раньше, встаю я где-то в 6:50. В 6:50 я встаю, когда я делаю зарядку. Если я понимаю с утра, что я не в силах встать и сделать зарядку, я тогда встаю в 7:10. Я встаю, готовлю завтрак детям, собираюсь, у меня уходовые процедуры. Это массаж лица, потому что это вот прям это моя точка опоры, которая мне помогает себя чувствовать хорошо и выглядеть хорошо. И я ее, ну, как бы не изменяю себе в этом плане. Делаю 28 раз в месяц точно. К 8 часам утра я бужу Дашу и Ксюшу, и мы начинаем пить водичку. То есть, опять же, с утра нужно выпить чашечку водички. Это тоже у нас процедура, потому что это по одной ложечке из чашечки, ну, споить каждый по чашечке. То есть это тоже занимает время. То есть такой вот элемент, который как бы у многих людей выпил воды и пошел, и даже не заметил, у нас это вот действие, которое сесть и выпить воду, там, закрыть им полотенечком горлышко, чтобы они там не облились, и напоить их водичкой. Потом я их переодеваю к завтраку, и знаете, здесь тоже есть такие нюансы в оптимизации особенной жизни. Я раньше одевала их сразу в домашнюю одежду, то есть переодевала, ночнушки снимала, одевала там штанишки, носочки, маечки, сверху кофточки, так мы завтракали, а потом я подумала, что можно сэкономить несколько действий, и для школы мы одеваем колготки и маечки школьные под низ, под кофточки. Это мне вот такие вот маленькие как бы мои собственные лайфхаки экономят чуть-чуть время и чуть-чуть позы, когда ты стоишь вот так вот над ними. Вот, потом мы их с дедом идем кормим завтраком. Я кормлю Дашу, обычно дед кормит Ксюшу, рассказывает им сказки. У нас дед очень любит рассказывать сказки, и такие, они у него красочные. Я даже слушаю эти сказки, уже я не знаю сколько, тысячу раз послушала, но все равно очень нравится слушать. Потом вывозим детей на руках, пересаживаем в коляски. То есть здесь у нас дома коляски, которые домашние. В коридоре у нас стоят в уличном коляски, которые уличные. Мы садим на уличные коляски и спускаемся вниз. На подъемнике спускаемся на улицу. Подъемник – это, кстати, тоже отдельная тема, потому что у меня ушло 4 года на то, чтобы нам его установили. Сейчас, слава богу, он у нас есть, потому что раньше нужно было спускаться по ступенькам в подъезде, у нас лестница, на улице у нас лестница, и подъемник, конечно, очень сильно облегчает, особенно зимой, вот, когда очень тяжелые коляски, много одежды, и когда поднимать нужно было, вот это вот уходило очень много сил, поэтому спасибо, конечно, что мы его сделали, и очень благодарна за него. Вот, спускаемся на подъемник и перегружаемся в машину, уже в автокресло. Это тоже действие. Пересадить с одной коляски в автокресло и поставить коляски в машину. И потом мы переезжаем в школу. В школе, вот в новой, в этой 225-й, где наш класс находится, там охранники есть, охранницы, там есть женщина просто великолепная, которая отвечает за гардеробы, и нас так всегда очень радушно встречают, здороваются, нам открывают двери. Ну, на самом деле, это очень приятные такие моменты, когда вот попадаются душевные люди. И на самом деле, вот, всегда видно вот, во всех учреждениях, которые работают с детьми, кто работает душевно, вот на самом деле для детей, а кто работает, ну, потому что это работа, и есть там, если есть возможность где-то там сюлить, это всегда видно, и родители даже это вот между собой обсуждают, вот. Поэтому как бы вот 225-й школе у нас, нам там очень нравится. Потом в 2 часа я их забираю. Вот, после школы мы, если хорошая погода, если нету снега, у нас коляски по снегу не очень едет, у нас маленькие колеса, итальянские коляски, которые для зимы не приспособлены. Ну, в общем, если хорошая погода, нет дождя, мы прогуливаемся пешком. У нас школа такая достаточно в шаговой доступности, то есть как бы это примерно там 1:15, там бывает 1.5 часа мы идем пешочком домой. Это и прогулка, и такой вот тоже момент переключиться, подышать свежим воздухом. Там часть пути проходит через лес, часть пути проходит вдоль канала, поэтому побыть там на природе
стадии, ну, я всегда вот за вот, вот такого вот, всегда такой прогулки. Пока переодеваемся, уже нужно их кормить. После еды у нас начинается реабилитационное занятие, то есть я с ними занимаюсь на полу, называют это поляна у нас, расстилаю специальный коврик синий, и мы занимаемся занятиями. И уже после занятий уже все, ужин и спать, и мы причем ужинаем, мы ужинаем часов в 9, то есть у нас это достаточно поздний такой ужин получается, и потом у нас традиция, кстати, мы перед сном, я им пою колыбельные, только у нас обычно это супер весело, потому что они любят, когда я там изменю голос, спою басом, или как-то спою какой-то как-то очень высоко, или вообще переделаю мотив, и они всегда очень меня хохочут на это дело, поэтому перед сном у нас традиция хорошенько посмеяться. Конечно, я хочу поговорить про свое время, которое остается для меня с моими особенно двойняшками. Вообще в трудном материнстве это не обязательно, когда дети особенные. Это может быть просто мама, которая воспитывает трех мальчиков, которые очень шумные. Она тоже очень сильно устает, у нее тоже очень не хватает времени на себя и на какие-то свои рабочие моменты. И я одна из таких мам, которым нужно просто буквально выкраивать время на то, чтобы заняться чем-то для себя. Чем-то для себя это у меня входит сюда и уходы, какие-то процедуры для меня, как для женщины. Это мое саморазвитие, это моя самореализация и отдых. Потому что, естественно, я очень сильно устаю. Поэтому, когда мы находимся дома, например, это каникулы, или если они там заболели и не посещают специализированное учреждение, куда они ходят, ЦКРАИР, то у нас, конечно, с утра до вечера это занятие, я занимаюсь с ними. И получается, что в такие моменты мне практически невозможно работать. Потому что я где-то могу там выйти в Инстаграм, снять сторис, вот так вот полноценно, чтобы я села там хотя бы даже час и что-то там попланировала, что-то сделала, что-то такого у меня нету времени. То есть я могу заниматься своими делами только когда они находятся в ЦКРАИРе. Они меня посещают его по будням с 10 до 2 часов дня. То есть 2 часа дня я уже их забираю, что мне некоторые говорят, а почему ты не оставляешь их, там, например, до 5? Потому что если я их буду оставлять там, до 5, то заниматься будет просто некогда, потому что вся вот эта вот рутина на то, чтобы привести, увести, поесть, переодеть, она будет заканчиваться уже к ужину. Вот. Поэтому я нашла такой вот баланс, что до 2 часов у меня есть время буквально 3-3,5, иногда 4 часа, чтобы позаниматься своими делами. Вот. Я уже перечислила, что это все. То есть это не только время на работу, это иногда хочется просто отдохнуть, посидеть где-то в кафе. Иногда хочется там встретиться с какой-то подругой. Иногда за это время нужно хорошо поработать, сконцентрированно и сделать какие-то свои дела. Вот. Иногда нужно сходить и решить их вопросы там, в поликлинике, там, с какими-то там, нужны какие-то там, например, рецепты на препараты. Какие-то такие вот вопросы, это тоже входит во все это время. Поэтому, конечно, мамы особенных детей и мамы с трудным материнством, как я его называю, они женщины, которые вынуждены научиться управлять своим временем. Кто нам помогает? В первую очередь, конечно же, это мои родители, которые очень плотно, конечно, задействованы. Наша семья такая вот особенная. И они мне помогают больше всего. У меня очень хороший брат родной Артем. Он мне тоже, если там какие-то, там, например, там, я помню, я заболела летом, что-то совсем плохо себя чувствовала, он там на уши поднял врачей, он там меня везде возил. Он у меня всегда готов прийти на помощь, брат мой Артем. У нас с ним очень хорошие отношения. И иногда приходят гулять с колясками на улице друзья. Но сейчас так получается, что как таковые чистые прогулки, когда мы вышли из дома, вот так вот погуляли на улице и пришли, их в период обучения их нету, потому что у нас обычно это все со школы домой в будний день, поэтому получается, что не часто получается с друзьями погулять. Насчет папы Даши и Ксюш, мы находимся в разводе. Причем, когда я снимала первое интервью, когда-то там свое, там тоже были комментарии такие, что куда папа уделся, папы такие все плохие. Я на развод подала на самом деле сама.
это было мое решение, потому что я не увидела, что этот человек проявляется в той мере, в которой он должен был бы проявиться, но, на мой взгляд. Поэтому я решила, что так будет лучше. Он живет в России, там минимально нам помогает, вот, и, ну, то есть мы особо не общаемся. То есть, как бы, когда какие-то вопросы там по деньгам, мы можем по этим вопросам пообщаться. Если там дети заболели, я там могу ему написать, он, конечно, интересуется, там поправились или нет. Но такого общения плотного у нас, конечно же, нет. Ну, в принципе, я уже с психологом это все давно проработала, поэтому тема отца, детей, она меня особо уже не беспокоит. Дети посещают ЦКРАИР, школьный класс. ЦКРАИР – это называется коррекционный центр, для тех, кто не знает. Там есть дошкольные классы и школьные классы. И там такая система у нас в Беларуси, что дети, которые посещают именно школьные классы в ЦКРАИРе, по этой программе их не обучают читать. Если есть надомное обучение, там какая-то другая, может быть, программа, там могут учить читать детей, но на дневной не обучают чтению. Я отправила детей на дневное обучение, потому что, ну, мне вот, ну, хотя бы нужно вот эти вот время, 3-4 часа, чтобы, ну, для себя, чтобы делать свои какие-то дела. Поэтому и им, естественно, еще дневное отделение, конечно же, для социализации очень хорошо, потому что сидеть все время запертыми в квартире – это сложно. Еще с прошлого года очень здорово получилось, что наш класс вынесли в общую школу, в новую, в 225-ю. Во-первых, очень красивая школа, современная, там высокие потолки, там много пространства, и там дети очень хорошие, воспитанные. И мне там очень нравится, потому что там еще один уровень социализации, потому что они там видят очень много здоровых детей. Вернусь к программе ЦКРАИРа, то, что там не обучают читать, поэтому я своих детей начала учить читать по методу глобального чтения. Это специальный такой метод, который учится целыми словами, и он доступен для особенных детей, для очень маленьких деток можно учить читать. И у него еще очень здорово получается, что они потом начинают читать скорочтением начинают читать, и получается, что дети читают даже особенно быстрее, чем их родители. Вот. И мои дети научились читать через этот способ, и я проверяла, там, даже давала им слова какие-то, они мне ручкой показывают. Они мне не говорят, ручкой показывают. Те, которые незнакомые, они и эти слова могут показать. И то есть о чем это говорит? О том, что детей особенных, даже если они тяжелые, можно научить читать. Если это можно научить читать, значит, этому можно учить читать в специализированном центре, который еще называется коррекционный. Следовательно, в коррекционные центры можно внести это в программу, потому что я уверена, что программа, которая там находится, она, ну, ее можно как-то рефрешить. Тихо капает дождик. Смотри глазками. Прогноз погоды на неделю. На земле сухие листья пожухнут. Лето и жара закончились. Трава еще пока зеленеет. На земле начинаются заморозки. Солнце встает позже и утром темно. Мама накрывает нас уютно одеялками. Жалко, что на улице холодает. Мама достала куртки из шкафа. Листья на деревьях желтеют и краснеют. Вот это, в принципе, пример. Чтение как раз-таки посвящено тематике, вот, что наступила осень. Здесь карточки вроде как они все отдельные, их можно даже перемешать, сюжет от этого не изменится, но уже вот это вот дает понимание, что происходит осенью. Поэтому через чтение можно вот какие-то брать темы и показывать детям такого рода карточки, они будут их изучать. Да, Дашка? В сутках осенью меньше солнца. Правильно, молодец. Так, это я убираю, чтобы она это не привыкала, что второе слово значит правильно, если было первое. Жалко, что на улице холодает. Покажи. Где написано? Жалко, что на улице холодает. Ну? Правильно, молодец! Умница ты моя! Как удается оставаться сильной? Это вопрос выбора, на самом деле. Я видела в комментариях особенных мам, некоторые пишут,
я бы не хотела быть сильной, но только чтобы у меня ребенок был здоров. Ну, то есть я бы хотела поменять свою силу на то, чтобы ребенок был здоров, а я такая согласна быть слабой. Ну, на самом деле, мы же понимаем, что в жизни такого невозможно взять и там поменять вот это вот. Это же у нас не кино какое-то волшебное. Вот, поэтому здесь вопрос выбора. То есть ты выбираешь, что ты будешь сильной. И эту силу тоже можно выбирать, знаете, как, с одной стороны, можно быть как выбрать вариант, когда вот как это в горящую избу войдет, вот эта вот история, которая на как это выразится, чересчур вот так вот, как ломовая лошадь. Такой сильной тоже можно быть, но мне кажется, это тоже неправильно, потому что к себе нужно при всей своей силе относиться бережно. То есть как бы нужно выбирать такую стержень, что я со стержнем, и где-то не давать себе спуску, как бы уйти в нытье, а где-то помогать себе заботой. То есть почему вот я люблю ухаживать за собой? Потому что этим я даю себе заботу, и я даю себе понимание, что я там не просто там какой-то силач, который должна выйти и теперь по жизни все, всегда быть такой сильной. Вот. И у меня на самом деле разные бывают периоды, то есть я тоже могу какой-то период там приуныть, потому что ну я же человек, такой не робот все-таки. Но я стараюсь внутренне с собой работать, потому что если я размякну, то это отразится и на мне, и на моих детях. Клиника детская, как там относится к нам? У нас Даша в понедельник заболела, вернее, в субботу прошлую заболела, я в понедельник понесла ее к врачу. Ну, Ксюшка, не плачь. И да, врачебный кабинет, который отдельно сейчас вот с улицы заходит для детей, которые больные. И у нас нам сделали осмотр, выписали анализы крови, и врач сказала: я вам после 3 часов сама позвоню, скажу, какие у вас результаты анализов. И получилось, что как раз результаты анализа у нас были не очень хорошие, тромбоциты были низкие, пришлось ехать в больницу, и мы пока собирались, пока съездили в больницу, оказалось, что у нас тромбоциты поднялись к вечеру. Вот такая вот получилась история хорошая. И врач все равно на следующий день спрашивал, как у вас дела, обязательно сходите еще сдать анализы. То есть вот нас там как-то ведут и не бросают. Если какие-то вопросы вот возникают, то педиатры, они всегда на связи, и я всегда могу им задать вопросы. И что самое приятное, что они сами звонят и интересуются, как у нас обстоят дела. Ксюша у нас любит, когда у нас играют песенки, и когда разговаривают с Ксюшей. Когда разговаривают не с Ксюшей, она вот так вот начинает у нас пищать. Когда вот у тебя такая вроде как обычная жизнь, обычно с точки зрения, что там здоровые дети, там все здоровы, там муж, работа, ну вот все, вот дача, скажем так, что очень многие люди, они к этому привыкают, воспринимают как уровень нормы и вот просто живут на каком-то автомате и вот не ценят, что вот это вот, ну вот это на самом деле благо. А когда ты столкнулся с такой вот проблемой, то у тебя вот жизнь такая вот сложная, такая тяжелая, и приходится каждый день делать такие трудности, во многом себе отказывать, потому что я там не могу там взять, собраться куда-то там поехать, взять, собраться, поехать там на море и оставить детей бабушке, потому что бабушка не справится. Вот, то ты начинаешь ценить какие-то такие очень простые вещи, и эти вещи для себя делаешь, и вот, ну, каждый раз на самом деле понимаешь, что это ценно. И люди, которые вот просто здоровые, обычные, вот с обычной историей, просто глядя на нас, вспоминайте, что в вашей жизни много жизни. Просто вот это надо ценить, что жизнь, в ней есть живое, и просто чувствуйте это, чувствуйте это, и цените это, и понимайте это, а не проживайте это все на автомате. Что у тебя, Даша, глазки?